Новые квадратные метры только вместе с новой социальной инфраструктурой. Этот принцип установлен для всех застройщиков, работающих в Одинцовском округе. Квартал «Спутник» – один из наглядных примеров. Изначально проектом был предусмотрен современный детский сад на 105 мест. Родители счастливы. Как только получили ключи с сентября, и ждем, конечно, потому что Тимофей в полной мере пойдет в сад, да, и старшая дочь, ну, приходилось возить куда-то. Это не очень удобно, и сад рядом с домом – это очень здорово. Площадь здания дошкольного учреждения более 2000 квадратных метров. На двух этажах разместятся 5 групп. 4 для детей от 3 до 7 лет и 1 от 2 до 3. Глава округа Андрей Иванов осмотрел все помещения нового сада. Здесь все готово, мебель, пищеблок, все практически для того, чтобы запустить уже детей. Осталось только переоформить этот детский сад в муниципальную собственность. Застройщик компании «Бухта-Ленд» по инвестиционному соглашению должна передать нам этот объект в собственность. Ну а мы, соответственно, дальше уже наберем коллектив, штат сотрудников и запустим полноценный детский сад. Детский сад уже полностью оборудован мебелью и техникой. В каждой группе игровая, спальня, буфетная и гардероб. Оборудованы музыкальные, физкультурные залы и медкабинет. По словам главы, в квартале «Спутник» планируют построить еще 2 детских сада и образовательный центр. По поручениям, жесткому требованию губернатора, у нас жилье и апартаменты возводятся параллельно с социальными объектами. Здесь эта программа вот так реализовывается, что называется, налицо. И наша задача быстрее принимать эти объекты в муниципальной собственности и дальше уже наполнять и коллективами, и, соответственно, детьми. Андрей Иванов подытожил, качество объекта высокое, остались последние штрихи. Доработать план расстановки мебели и оформить стены, чтобы сад заиграл яркими красками к торжественному открытию, которое состоится уже в ноябре. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».